На этой неделе к перекрытым дорогам на время ремонта добавится еще несколько проспектов. Но на качестве полотна это никак не отразится. Повод иной. Уже в эту субботу, 30 июня, в Набережных Челнах отметят День молодежи. Празднование развернется на площади Майдана, поэтому в этом районе дороги вокруг него будут недоступны автомобилистам, но лишь один день. Челнинцев просят продумать маршруты заранее. С 10 часов до 22 часов 10 минут ограничение движения по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на участке автомобильной дороги от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева. Организаторы отметили, что главной задачей, стоящей перед городом при проведении массовых мероприятий, является соблюдение мер безопасности. Во время праздничных гуляний у Майдана будут дежурить спасатели, медики и полицейские.